В преддверии Нового года на центральной площади села Кордай была организована сельскохозяйственная ярмарка. Предприниматели, прибывшие из каждого сельского округа, выставили свою продукцию по ценам ниже рыночных. С самого раннего утра начали собираться жители района, что стало подтверждением повышенного интереса к местной продукции. Особенным спросом пользовались в этот день мясо и яйца. Жители запасались вдоволь, так как цены на другие товары были ниже, чем на рынках и в магазинах. Стоит отметить, что торговля на ярмарках выгодна и для производителя, выставившего свой товар, и для покупателя, который экономит каждую копейку. Товаропроизводители и предприниматели, приехавшие со своей продукцией, освобождены от уплаты всяких налогов за реализацию товаров. Это объясняет низкую стоимость товаров, и к тому же все находится под контролем руководства. По словам организаторов, двери открыты для всех желающих реализовывать свою продукцию.